В специальных горшках подрастают нежные растения. Специалисты ландшафтно-архитектурного предприятия «Роста Дизайн» заботливо поливают их, ухаживают, следят за состоянием цветов. В теплицах созданы самые благоприятные условия. Особый микроклимат позволяет выращивать сильные и здоровые растения. Более 5000 саженцев, заботливо выращенных в теплице, ждут своего часа украсить городские улицы. Сальвии и петунии, бархатцы и алисум, лобелия и цинерария. Город заиграет яркими красками самых известных и популярных среди озеленителей цветов. Специалисты Росдизайна ответственные за оформление так называемой старой части города со стороны Новосибирска, центра Ленинско-Кузнецкого, клумб на площади торжеств имени Мазикина. Они же установят по красной линии цветущие вазоны. В теплице имеется весь необходимый запас саженцев на случай непогоды или если в городе появится новая клумба или новый сквер. Дизайнеры заранее подбирают цветовые сочетания. В этом году тема выбрана «Триколор». Благодаря поэтапной высадке растений они будут радовать ленинск-кузнечан и гостей города до поздней осени. Анна Кириллова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.